Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем Clockdown Bottles. Сам не мог прочитать. Но мы сбиваем бутылки за счет рогатки, да. Все окей, да, пробуем. Плям! Все бутылки сбили. Изи. Но они все разбились. Может, еще надо, чтобы они вообще разбились? Мне настоебало реклама в этих играх, пиздец как. Так, ладно, давай-ка закинем. Три бола надо, три бола. Все, это какой-то Angry Birds, только рогатки и бутылки пустые. Ты один на один с рогатками и с бутылками. Далее, давай, далее, пробуем. Оскакивает и типа бьет. Ты, блядь. Надо было поменьше, наверное, да. А сколько здесь уже? О! Теперь надо соображать, как стрелять. Уровень очищен. Я не знаю, все меняет, шарики все оставляют, там меняет только музыку. О! Движущий предмет. Он остается один, и значит я не сбил его, да? Сучка. Теперь вообще трудно сбить. Жалко, жалко. Ну-ка давай-ка, бро. Оу. Да один. Один звездочка он. Пофигу вообще он. Блять. Как так стрелять-то? Блять. Надо поменьше мощности. Во! Изи! Пизи, лемон, сквизи. Блядь, ты замучил уже своей сраной рекламой. Ты я тоже играл. Говнище. Так, а если сверху так, окей. Блять, она сломалась, нахуй. Ладно, хуй с ним. Рогатка сломалась, блять. Да ёпту, застрял, нахуй. Ты чё, бро? Так, надо, чтобы она откинулась, наверное, оттуда. Я чё... Ты ж... Вот в чём вопрос-то. А я тут мучаюсь. Рогатку пускаю, как могу. Ну и что? А, блядь. А что я сделаю-то, блядь? Давай еще раз. Сука, как меня настоебало, блядь. И они просят, блядь, пятерку ставить им. Пятерку, блядь. Пиздец себе. Поставьте пятерку. А почему вы не ставите 5 звезд? Приложение, блядь. Не удивляйтесь нихуя. Пофигу, что они там зарабатывают этим. Как-то по-другому тоже можно. Не такие же приложения. Крупные приложения так не зарабатывают. Да. Я не знаю, чтобы открыть данный там левел. Нужно посмотреть рекламу. Там каждые 5 левелов. Специально. Если не хочешь, не просматривай. Блять, а что это такое было? Подожди, он сам автоматически. Вот и все. А мы ждали. А мы вас ждали. Так, это получается 5, да? Почему 5? Почему 5? Почему 5? Если бы сейчас я все потрачу. Вообще не понимаю, как здесь меньше потратить можно было. Может как-то, чтобы откинулся. Ну а как они откинутся? А, ну все, да, 3 звезды. Так, что у нас далее? Бэм. Окей, все, бро. Давай, давай, двигайся на. Все. Сейчас всех за овощем.
За Вася. Блять, ну ёпу мой, блять. Как ты, сука, здесь, блять? Да, у тебя поджопник. Две звезды. Добро. Что у нас еще сложнее может быть? О, прям идеально. Белиссимо. Лапрезо. О. Да опять, бро. Только реклама не иди ваша. Бля. Тварь. Я больше рекламу, наверное, просмотрел, чем проиграл. Ну ладно, ребят, вы, в принципе, поняли, что за игрушки. Просто уже надоело эту рекламу смотреть. Я... Если вам понравилось, конечно, можно продолжение всякие делать. А так, на этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.